откройте дверь, к вам полиция пришла, откройте дверь. Лёг, на пол, Лёг! Лёг, руки назад. Тише, тише, держись. Здравствуйте. Артём Владимирович? Да. Чеботарёв? Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста. Откройте глаза. Артём Владимирович, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту размещения вами в социальной сети ВКонтакте комментария к группе в социальной сети под названием «Русскоязычный бандеровец экстремистского содержания».